стоит куколка про матерь Ютуба. Маршрутка, блин, пробка, как застряли. На 2 минуты буквально опоздал. Привет. Что-то. Приветик, мамулька. Привет. Твой сынок. Хорошее слово там лечуешь, сыночек. Ты пошли. А я ж тобі кажу, я не почуешь. Могла перестати. Дуже далеко, да, путей, видишь, сколько? Ну, на 8-му, да, ти приїхала. Ну, генічно. Що ти взяла? Зачем ти тут? Що ти нагрібла тут? Я тобі скажу, що на тяжоле? І на другу ручку одень. Не треба на другу ножку одягати, пошли. Встретил, слава Богу. Ты с палочкой, да, постоянно? Да, Сачик, с палочкой. А у вас тут слизко, ты знаешь, и снега больше. Вот стали доезжать до Запорожья, и уже от Запорожья дальше, бачу, так насыпано. Сейчас мы на такси поедем. А что, не мочим? А что ты будешь по маршруткам вот это с палкой лазить? А что, я ж дома езжу. Да, здрасте, не хваталось. Я уже тогда раз ехали. Мы с тобой, помнишь, раз ехали, ты села возле водителя, я выхожу, сейчас сидит. Я говорю, мама, выходим. Так он поехал. Так а ты что молчишь, поехал? А мы что-то устали раньше, помнишь? Да не раньше, то ты ж слезла, не хотела слазить. Маршрутка уже поехала, я бежу за маршруткой. Не дуже слышишь, Самилка, не дуже мороз, да? А хорошо, да не, нормально. Ты голодна, наверное, да? Да не, я это самое... Хотів тобі хурми купити, що то хурми ніде нема нормальної. А, немає, да, то хороший шоколад. Шоколад, ага. Це саме, знаєш, що я хочу сказати? Що? Поїзд. Давай пакет тут. Так, тут трошечки, на. Чуть-чуть. Бери, подруга. Ага. Мені так удобно. А ти знаєш, що це саме? Хорошо, що з рюкзачком. Тетя Света мені давно казала. У неї був цей рюкзачок. Тетя Света? Так, да. Вона каже, я вже давно як їздю і в Запорожжя, а я ще в Росії як не працювала. Помню, сколько женщин сидает на даче, чего-то. Ну, их на спине висеть, а руки голые, это свободно. Воли, да? Ну да, свободно. Тебе хорошо. Все, пошли. Давай осторожно. Томас маму выглядает, Томас. Мама идет, Томас. Томас так дивится странно. Кто там, Томас? Томас в шокі. Блін, ти кухом шевели. І чекай. Томас, іди, кс-кс-кс, під диван пішов. Ти мені кота перепугала. Чому? Чого? Та я ще не дійшла. Під диван спрятався, він почув, як ти йдеш. Я ще не дійшла. Він почув, як ти йдеш, так йому ще хуже став. Я вже дійшла. Піднімайся, піднімайся. Я була на третьому заходила, а ти вже в квартиру зайшов. На 2 этажа я поза. Давай. Що за шарфик оце, мама, як матрюна. Залазь. Що, нормально? Нормально, значить. Господи. Ох. Заходь. Здравствуйте. Да, здрасте. Красиво ти подсвітила. Заходь, папа, мама. Це мене не знімалося, не просить. Ой, сыночек, слава Богу. Це з того года висить. Дошла мамка. Роздівайся. Слава Богу. У мене бардак, не обращай внимания, бо мені нема куди убирати. Ради Бога. Сыночек, я водички порву очередь, водички мені холодненько, да, випила в этом, як і, господи, в електричці. На старості забуваєш слова, як називається, це ужас один. Така старость. Бабушка дивилась, твоя бабушка своя мама. Що ти робиш? Значить, я хочу розв'язати. Ну. А хто тобі зав'язував? Та я сама, я спішила вже на ту, все боялась опоздати, спішила на електричку. Стой. Ну, я узнала, думаю, якраз сьогодні останній день йшла електричка. А тепер 3 дні перериву. Давай, так, все, куртку. Розбувайся. Щас, перемогу. Зараз тобі тапки дам, давай. От цього в тебе не було. Умывальника? Да. Да, здрасте, не было. Не было, сынок. А что ты мне рассказываешь, что оно делается, сразу делалось вместе? Да ну ничего ты не делал. У тебя под низом стояла коробочка для этого, ходил в туалет котик твой. Мама, это было, я тебе говорю, это делалось сразу. Ну как сразу? Сразу. Ты говоришь, я буду здесь делать. Ну так зеркала нема, зеркала. Ты ж не бачишь? А вот это у тебя был душ, туалет, все это было. Мама, я это не помню, чтобы у тебя было. Да здрасте.
Может, вот этого не было наложено так? Тут наложено не было. Я даже не знаю. И картины не было у той. Картина мальчика не было. И вот это у тебя много всяких моющих. Ну так оно же моющее, но оно-то было. Не было у тебя такого. Лебедей этих не было. А то, мама, то понятно, что лебедей не было. Не было. Ну много этого. Раковина была. А вот это кота, да, туалет? Да. Ты его не снимаешь, да? Снимай его и садись сама. Да? Так, ну прикрывай. Давай. Давай. Снимать надо? Надо тебе светомузыку, да. А как оно тут, сынок, чтобы я не поломала? Мама, ну что, ты не знаешь, как снять? Ну, вот так просто в сторону, а, да. А, вот оно, ага. Понял. Закрывай и садись, все, да. Все, поняла. Все, давай, все. Мама в туалете, мама. Угу. Что ты там? А ну, зайчик, смотри. Ну. Слышишь, я тут так сделала. Да так, на полотенце. Туалет, смотри. Что? Как я сделала, не? Ну нет, мама, не так. А ну так было? Ну так же. Не так. А как? А как было? Ты не помнишь, как было? Ну так же. Это высшая математика. Нет, не так, мама, нет. Нет, сними его оттуда. Ну. Ну, дальше что надо сделать? Наверное, вот это, да? Наверное. Вот так, ну, да? Да, и вот закрывай. Так. Загорается колонка, но там вода же нагрелась в колонке, ага. Ее немножко там кипяток сразу. Ага. А оно сбежит, потому что аж паришь руки, обваришь. Сейчас я руки помою. Водички мне холодные, сынок, водички хочу. Вот, мой. Сухо вообще. О, хорошо. У вас бегает эгоист. Может, вот эти ящики там стояли, да, тумбочки, нет? Какие? Вот эти там не стояли. Да, не стояли. Я так же забыла, зайчик. А це що таке, знаєш? Так. Подожди, що це таке? Та не стиралка, а от це на стиралці. От, ну, порошок. Так. Да. Так, вот да? Да. Так подожди, що це таке, як груша зроблено? А що це, синок? Не знаю, подумай. Та подожди, треба подумати, я таке не бачила, я боюся знімати. Воно не знімається, ні? Ні. Ні, то щось поламаю. Ой, ну що ж це таке? Глянь, щось ти робиш ним? Собака. Ну, подергай лапку. Кулинарии что-то. Для кулинарии что-то, да? Да. Да, собака? Подожди, подожди. Во-во. А что ж это такое? Что ты тут дробишь, чи что, да? Измельчаешь что-то? Нет. А что? Ну, подожди, подожди. Вот это ж поднимается, да? Оно можно что-то двинуть, да? Или нельзя? Конечно, можно. Вот так, да? Так. Так. Ну... Что ж ты робишь? Не понимаешь, что это? Подожди, собака. И так закрывается. Ну? Ну, что это такое? Я не знаю. Это выжималка, типа. Да? Апельсин ложишь, пополам переворачиваешь и придавливаешь. Ну, не такую, я такую не бачила с окожем. Это обычно комбайн, комбайн кидает. Тебе ничего, что кот на столе? Не. А я его в тебе бачила. Подожди. А где ж ты лепил пельмени? Я дивилася в Києві, відік за тебе. У Києві я була в тому году. І я дивилась відік. Ти ліпив пельмені по-кавказски. Помниш? Отак собрав до кучки. А як він дивиться? А він не буде? Не буде ну, погладь не буде, ні. Ой, мій хороший, да. Ой, мій золотой, ти весь коричневий, весь жовтенький, даже глазки жовтенькі, а эти зрачки чорні. Ну, тебе нюхає, нюхає. Ти мене нюхаєш, да, мій зайчик, да. Да, я давно була. Я була, вони ще з кроліком. Він ганяв кроличку тебе. От тоді я була. Новий год, вони мотались тут, взагалі, от ці двоє. Хороші, виходять. Ти зараз душ підеш, Матюша? Він, слышиш, да, піду. Зайчик, я зараз передінуся, халат одіну. Він тоді, а як же ти ліпив? Наверно, ти отут сидів? Или отак сидів? Полотенечко таке було, я бачила. Він сидів на полотенечці. А ти ліпив дуже хороші пельмені і ложив потрошки масла туди. Бо всі сказали, дуже вкусно, по-грузински ліпив, отак як у їх. Кусочок не жують. Хінкалі. От хінкалі, да. От. І всім понравилось. Только так, хінкалі, давай, це саме, іди купайся. Слышиш, всі говорили, що дуже вкусні, а в одній сім'ї, каже, нас пробрав понос. Ми, знаєш, багато поїли. А в середки масло, воно, видно, придає м'якость такої, сочні були, розумієш? Я то не пробувала, але я бачила, як ти ліпив і тут же їв. Ну він не трогав, сидів у себе, в тебе на полотінечці, отако сидить, і все, тільки то. Ти тільки скажеш, що він раз уходить, да? Томас, Томас, ти знаєш, що ти Томас знаєш, так? Ти молодець, хазяйнуєш тут. Понятно, молодець, хороший.
не худенький, подлечив его, уже заросло то, что ты делал, уколы, да, связал. Да, 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 да. А можно его на руки? Конечно, можно. Можно, не зайчик. Не тяжелый. Я ж тебя давно не бачила, ты худіший тоді був, ты не такий був. Мама. А ти що, він тоді маленький ще. О, хороший, фу-фу-фу, хороший він, не худенький. Під задні лапки візьми його. За задні? Отак? Під задні, під задні. Отак, да? Ну да, щоб він як будь-то, да, отак, сидів, да? Да, як будь-то, отак, да. Отак, да? Да. Отак. Отак. Гля, ти не вкусиш мене, ні? Ні. Ой! Пусти би ще глаза, може відцарапати. Він не вкусив, Самелка, він не вкусив, він тільки притронувся. Якби вкусив, положи на стол. Було больно. От ти даєш, Томас, ти чого? Я ж тобі нічого плохого не зробив. Тяжеленький, да. Він уже тяжелий, 5 чим-то кілограм. Молодець. Скільки? 5 чим-то. 5 чим-то. Був 4 тоді, як я приїжджала, Самелка. Ти казав 4. Так, давай, іди в душ, мама, то будемо я приготовлю, быстро будемо їсти. Самелушка, іди, не... переодівайся в комнату, іди. Я поняла, синок. Іди, не чергікай. Розчешись. А я розчешу, все ж під шапкою була. Під я шапкою. Взяла розчоску, все в мене є. Щас. Під шубою. Риба в шубі. Ось. Іди, роздівайся. О, йолочка красива. Бачиш, це що у тебе? Штатів? Це штатів, да, мама. Фотографіруватися, да? Да. Ну, да. То я, той раз ти купив, синок, я приїжджала. Це друга. Что ты притянула, мама? Я притянула, сыночек, вот тебе что. Два вида грибов. Это Тамарочка собирала, вот там первомайский. Мне передала, я делала, которая жила с Олегом. Ага. А это я закатывала сама. А это с Киева мне передавали мед майский. Видишь, уже больше года, и он не застыл. Это цветочный май. Этот мед очень хороший, полезный, майский. А это что, мама? Это, зайчик, я помою, это тебе одинаково взяла, 6 штук, все одинаковые, себе разнобой и 6 ложечек, 6 этих, чтобы ты на компанию как раз дарят, или по 6, да, или по 12, да. Хорошо? А вот это, зайчик, хотя бы целое было, привезла, я так переживала, что его нету, но я нашла, это очень вкусно, здесь будет все, будешь готовить, все будет вкусно в нем. Главное, чтобы я не побила, потому что я подстелила потенечком, подстелила. И яблочко тут у меня, я думала, где оно делось, оно вот оно, яблоко. Вот, сынок, это будет, мамы не будет, а это вещь будет. Будешь готовить, угощать своих друзей. Скажешь, человеческая мама, жизнь заканчивается, а горшочки цели. Да, а это целое, человек будет в земле. А горшочки будут 200 лет. Зайчик, посмотри, какие красивые. 4 штуки сделано тыквой. Вот хвостик, видишь, какие красавцы. Красивые, да, мама. Я думала, что их нету, что уже ушли, как все остальное. Но, слава богу, это было в тете Светы, поэтому сохранилось. Я понял, маму, спасибо большое. Давай, переодевайся. 4 штуки, подарок на 8 мая, ой, на 8 на Новый год. Тебе день рождения было, мама, и так ничего, ты приехала. Да, 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 все, мам, переодевайся. Вот это, сейчас переодевайся. Я уже бачу, что там их 4 штуки. Уберешь, у тебя есть место? Есть. Убери, зайчик, даже вот туда где-то поставь. Да, в трусы туда кину. Не, ну, зайчик, что, можно ж туда? Куда туда? Где-нибудь. А где вот то, что тебе дарили в Киеве, сынок? Что мы привезли? Твоя фотография, мастер-шеф, где оно? Вон оно висит на стене. А я ее не вон вижу, где? А, ты прикрыл, да, игрушкой, да? Тоже красиво, да. Там мастер-шеф тебе дарили. Вот с театров тебя память вся. Ой, сыночек, я так переживаю за тебя. Все, да, успокойся. Такой хороший голос, как красиво он поет. Ага, успокойся. Все, давай, мама, давай, бо время нема. Давай, давай. Сейчас, хорошо, все, хорошо. Вот это вещи не бросай, бо Томас насыт на них. Хорошо? Вещи свои убирай, бо Томас насыт. Я все, все. Я останешься без вещей. Потяне, да? Не потяне, а насыт. Да ты шо? Конечно, потому что зачем ему? А сюда он не будет тут лазить? Тут не будет, а там будет. Ну, понятно. Все тряпки ничего не бросай, бо... Хорошо, хорошо. Зайчики, мама, дверь не закрывать, кот ходит в туалет. А, ну все, все, все. Я уже там, хай, хай. Культ кота. Так, сейчас макароны быстро. Так, мои вещи не трогай, смотри, не откусай. Кстати, вот мама показала новые 200 гривен украинские, я таких еще не видел. Вот такие какие-то, это Тарас Шевченко изображен. Тут изображен Киевский национальный университет Шевченко. Вот. Вот такие, знаете, типа как под доллары, чешу. 100 гривен. Сейчас покажу рыбку, которую я хотел, вам обещал показать. Смотрите. Ой, ляпнуло. Вылетело из рыбы. В общем, вот тут кусок рыбы. Прям целый, вот, знаете, как стейк.
Вот, а это все соус вокруг. Вот он до конца идет такой кусок сплошной. Очень-очень вкусный. Вот я маме его и дам. Нарезав скумбрию. Вот это пармезан, сейчас сыр. И варятся у меня макароны. Макароны я варю, знаете, наливаю чуть масла растительного. Вот, солю, они отвариваются. Сейчас натру туда пармезана. Все, выложил вот этот кусок рыбы пармезаном, макароны, сыр. Это самое, ну, вот такое, не знаю, завтра. Здрасте, Томас, хоть ты не подгуманный. Иди отсюда. Чуешь? Ты человек или не человек? Томас, класть со стола. Все, до свидания. Иди он свои ешь. Так а вот это як пробовать? Что это? Ну, пробую, я там знаю як. Так и пробую. Я буду творог есть просто. З риби тоже что-то. З риби, да? Рыбы. Вкусно? Хорошо. Спрессованное. Ну, не спрессованное, то кусок. Что-что? То кусок целый, что спрессованное. Оце, да. Оце такий кусок риби. А что это за риба? Наверное, красная какая-то. Да, что-то такое. Хорошо. Оце ты цілу брав, да, Сергей? Ну, да. А тоді різав, да? Ну, да. Конечно, куски добротні, ти що? Помнишь, як торгували? Що тут таке? Чого ти лапами трусиш? Мокра везде, да? Господи, мама! Що тут ти делала? Що? Що тут за потоп? Хай Бог милий. Ну вода, да, вот тряпочка там должна бути. Витерти. Там вообще-то шторка є, закривається. Тряпочка должна быть. У меня нема тряпочки. А хочешь шторка? Ой, глянь, он вылез, ага. Чиничок. Ишь. Тома. Ну давай ему до рыбы идти, если буду идти. Не давай? Ну конечно, что будешь после него есть. А ну что мне с ним делать? Мама. Томас. Ой, наглый. У тарелку раскоржались. Иди отсюда, Томас. Нельзя. Заработаешь. Я думаю, что Томас зашел, лапами трясе. Тут и стены он в потеках. Унитаз весь мокрый. О боже. Хорошо мама покупалась. Надо шторкой закрывать. Шторка для чего есть? А что она будет? Держит, да? Кого держит? Ну а что шторка, это что? Пусте місце чи що? Звісно, не пропуска. Яка каструля, що ти довго не мив? Я відіки дивилася в Києві. І одна баба каже, Самойло, дай мені її, я почистю буду. А ти кажеш, вона мені нужна. Я піду лучше в магазин, куплю трошки такі, як, ну, як чуть-чуть зять, як поцарапана там, грамулечку, почти не видно. І теж по 600 рублів. І що? А ти кажеш, а мені та каструля треба. А де вона? Яка? Не викинути її? Яка з цих каструль? Вона з молоком на балконі. А-а-а. Кушай, їж, рибу їж, сидиш. А молоко яке в тебе? Холодне? Холодне. Я буду. Я хорошо, давай їж. Молоко не пив. Їж рибу. Ох, от це риба самилка. Не знаю, жирна вона, не жирна. Так, чи суховата. Так, а що це, подожди, яка це? Скумбрія? Скумбрія, так. Да. Не, не дуже жирна. Не жирна, а ти любиш жирну, так? Да? Ну не треба. Пойдем. Дай попробуй хоч. Візьми, тобі можна їсти. Вона не жирна. І не дуже сольона, нормальна. Вкусна, так? Да? Хороша, ага. Жирна вкусніє, але нам не можна дуже. Я і так. У мене сахар 15. Придержуюсь, придержуюсь і обратно. Виліз на стол, дивиться, як ти рибу їсти. Ага, на тебе, потім сюди. Нельзя, смотри, щоб косточки нічого не вдруг не схватив. Угу. Ну ти хоч наїдаєшся, ні? Звісно, ти що на от це викинь, самалка, куди? Зайчик, щоб не костей, все, хватить, рибу прибирай. Точно, може ще косточок? Так, хватить. Якщо хочеш, ще їш. Я буду молочком, завтра. Молока хочу, самалка, холодного. Дома? Ага. Спинки курені вибрали. А сьогодні що їла? Сюда їхала, супчика поїла, потім у електрички з капустою один пирожечок взяла. І було два мандаринчика, було все. Більше нічого. Ну наїлась ще голодна. Наїлась, хороша, вкусна все. Вкусна? Кушай, в мене ще є там. Ну сладеньке, вкусне. Чим же воно вишня? Вишня пахне. Да, ну. Пахне. Точно, що пахне. Вишенька, так. Да? Пошли покажу балкончик.
Та там темно, мама. Ну що? Бачиш, в мене штори нові. Я ж скажу, ти що штори купив, я чую. Тебе не було тут їх. Тебе якось тряпкою закривав раніше. Це ти вже купив. О, що тут темно? Тут все видно. Ну, так я світ включив. А, ну правильно. А, от ця каструля, що ти казав. Да. О, яка хороша, класна. Подоконники у тебе хороші такі зробив. Я таких не бачила. Є так не такі. Узенька така є. А в тебе хорошо, і форточка ось у тебе. Оце то одне відкривається, і все, да, чи от это? І це, і та, видиш ручки, видиш же? Дві штучки, да, дві ручки. І та вона відкривається з тої сторони, і з цієї сторони. Ага. І тут а як з тої сторони? І от відкривається, да. І от це. Да. О, так у тебе там щось можна ложити, да? Да. Чи нічого нема? Полочки ж є? Нема полочок, які нема, полочки, просто ні? Так, просто так ложити. Такий, да? Балкон, да. Хороший балкон. Ну ладно, хорошо, дивись. Молодець, і тут зробив. Все хорошо. Красиво. А це він нога свиняча. Оце свиняча, да. Нога? Чого це? Значить, не пойму, як це свиня. Так правда, що воно? Правда, як нога. А що це? Як? Де ти її взяв? Прислали. Ти що? Да. Ну так от ділано. А це що, Самвилка? Це Томаса літа. Томаса літня, да? Да, літня тераса. Поняла. А це що таке? Це халат. Що? Халат. Халат той? Да. А, прислали теж, да? Да. Каструля хороша. Оце те саме, ну як Томас туди забігав, убігав. Ну я ж кажу, для Томаса. Да, то його люлька. А от це люлька, наверное, за скільки? Він є. А він ось, я вийшла і не поняла, думаю, хто на мене глаза витрагає за занавеску. Я тільки давай, з балкона, де світ виключу. Що ти поміняв? Та теж була хороша саме. Та була... Як тобі сказати? Пушистя чи що, чи коротша, ця вища струйніє ця, да? Да. Вроді так, от мені помнеться, та була ширша, а ця менше місце займала, да. Вверх іде. А то що в тебе це мало? Це, то кондиціонер. Це що, літом холод діло, да? Да. Там тебе ж було аж троє весел, де ти їх дів? Та убрав, не один не показують, а, правильно. Да, поняла. Да. Ага. Як тобі, нормально в цих тапочках? Так, да, нормально. Гля, як живий сидить у босик. А Томас не грається з ним? Та грається. Сразу грався, да, тепер, да. Вже привик, да? Да. Що таке? Іди той мать, з коньяком чи чорти що? Що? Та що попробувати з коньяком? О, господи. Ой, мама, дай бодиви. О! Я думала, з руками нарисовані і вишні, і груші. Розкусила тече, що воно тече, горько, коньяк. Дай мені тряпочку, я взяла одну єдинцю, на які красиві, одну взяла. Не хочу. Держи. Не хочу таке більше. Що ж ти брала? Ну я думала, з фруктою, дай тряпочку яку-небудь. Зачем? Та витрусю. А що то? Ну коньяк. Ой, господи. Мав тебе хуже. Та давай хуже, куди вже хуже. Це хороше. Да. Та куди ти лице, вона грязна, мама? Все. Мама рідна. Бачу, коробка красива, нарисовані фрукти, думаю, з вишнею, з оріхами, з грушою. Угу. Куснула. Тобі таке чи... можна взагалі, куснула вона? Куснула. Вон от це попробуй лучше, пару штук. А це що? Конфетки. Це хороші? Це хороше. Хороше? Угу. 200 грам. Шоко. Росіна. Що? Шоко, чи що воно написано? Шоко. Росіна. Ти ще читаєш хорошо. Угу. Це вкусно. Вкусно? Ой, скільки в тебе само. Коли до його буде щось, то сладко все. Тобі на продажу дам. Угу. Хвати. Палючий сахар, нічого не цього. Я, от це шоколад. Мамочка, а це що? Це запечатай, нехай. О, мама. Самвельчик, стільки люди шлють. А що це таке? Чи яблуко? Це яйце жарить. Бачиш, яйце нарисовано всередині. Як жарить? Ну, на середку ложиш прямо в неї, і воно жариться. Та не видумай. Ну чого не видумайте, бачите, яйцо нарисовано? Ну так що, що яйце? На сковородку ложиш форму.
Что? На сковородку ложишь форму, туда разбиваешь яйцо. Ну и что? Вот сюда. Да. И что? Ну и форма яйца получается сердечком. А так не форма, а без него таке. Ну без нього не таке. Ти ложиш його на сковородку. Ага. Вон же нарисовано. А, от я не дивилась на цю сторону. Ага. Ага. Ну красиво виходить, як сердечко, да? Ну да. О, і попридумляли. Самвелка, скільки всього, я б ніколи його і не бачила. Так, а це що таке? Це жвачка. Такі жвачки, да? Угу. Красиво, що то нарисовано. Ой, мамочки, самочка, це наподобі отих, наверно, да, чи ні? Да. Це тік-так. Тік-так, а це тік-так, таке продавали раніше. Це бачила. А це шоколад. Фарстраси. 100 грам. Вейсе шоколаді. Вейсе шоколад. Кофе. Красивий. Ти хоч трошки акуратно оце убери. Якось подвинуть його акуратно. Воно боком стоїть, можеш і зачепити. Це теж хороше. Ой, мамочки. Які красиві. Ой, мама, ти вже так все не дивився вже. Тому що я ж в такі відділи не ходжу взагалі. Тобі вислали. Волі не волі кушаєш. Це ж не зразу. Просто, а ти не можеш його що-небудь взяти на балкон і винести, хай в холодному стоїть. Чого ти тут чіпляєшся? Надо, пішов, узяв і кушай. Чого ти тут на кухні боком йдеш? Тебе і так міста мало. І от це чіпляєш. Ти ж диви, який красивий зараз балкон. Да. Тобі можна, да, тобі можна туди половина такого, що тобі не треба. Навіть там як шкафчик у тебе, тільки щоб із полочок. Положив красиво. Чи посуда, чи блюда. Да, звісно, буде на балкон складувати. Ну, а тебе закривається, там стекло, там не пилі, не буде нічого. Тобі треба, хтось прийшов, ти пішов, узяв і на стіл подав. Помив і подав красиво, оформив. Яка ти ділова. Ну ти подивися, стільки, ну сам представ, Савелка, в тебе ось ідеш, тобі нема де пройти хорошо, а ти повивалював усе сюди. Ти що? А це що таке? Печення якесь? Та мюслі, ну типа подушечки заливати молоком. Да? Ну завтра поїсти. Да. Типа овсянки, да? Да, да. Та не овсянка, це такі ці... Подушки. Ну да. Печенька таке. Воно ну... з орешками, мабуть. Орехи нарисовані, що то. Це що таке? Ну це там конфетки, це сладке все. Тобі не можна. Яка різниця, що воно таке? Ну мені хочеться подивитися. Мені нічого не можна. Умирай, милая, конфет. Я якісь ото брала. О, які інтересні. Де вони понабирали такое? Я, звісно, не заходив, конфет не взяю. Якщо хто гостить, з'їм. А так сама не беру. Конфету жодну не візьму, правильно. Надо ж купляти хоч там 100 грам чи стільки. Вкусно, Соня. Таке все вкусне, Самуил. Скільки люди на тебе денег тратять. Спасибо їм. Ти ж сладкоєшка, ти хоч іси. Їм, їм. Кушаєш, да? Хоч кушай. Благодари людям, хай Бог милує. Я трошки тобі отак поскладала. От це от хороше. Прямо арбузом пахне. Арбузні, мабуть, да? Да. Арбуз нарисований. Ну, а от вони. Угу. Вкуснятина. Ні, не хочу, нехай. І оце тобі вислали, Соня, оце, да? Да, ще ти купив сам, вислали. Давно? Ні. Та недавно. Недавно. Пошли в кімнату. А то що тобі, потім покажу. А ну покажи. Ой, Боже, теж мені висилають. І самилки висилають, і мамки висилають. Це крем мазати ногу. Ноги, да? Да. Слышиш, це сустави. Я ж за таке віддала 600 рублів. Якщо б знала, не купляла. Ну нічого буде далі. Я купила вже місяця три. Мажу отак, сразу спиртом обрабатую, угу. Пору чистю, щоб пори прочистити синок. І це і все. Тамара, як була, вона мені спину терла. Хорошо, дівчинка хороша. А лошадь нарисована, 500 мг, а я купила 400 мг, 600 рублів, полпенсії віддала. Представляєш, в мене пенсія 1200. Раз лошадь нарисована, то ж теж в їх суставчики стираються, от тяжесті, уже лошадину дозу. Мажу. Представляєш собі, синок? Я тобі як покажу, який я укол купила перед Новим годом 31 числа. Все старалася, дивися, тобі швидко перекажу, де мої денежки. Я могла збирати денежки, так не виходить. Сентябрьська пенсія 600 рублей віддала за гранпаспорт. Октябрьська пенсія 600 рублей, лошадь нарисована. А зачем тобі за гранпаспорт? Ну ти казав Америку. Та то я придумав. Може, Самалка, куди колись виграєш, поїдемо в Америку, я з тобою. Ага. Ілі за границю хоч раз мене візьмеш в Європу, хоч раз в житті,
перед смертью хоть раз побывать за границей. Где ты будешь? Париж хочешь? Мама, какая Европа с палкой? Скажи, пожалуйста. Ну ничего, ну я, ну як не... Не буду торговать там, нічого не буду, ну і хоча б побачити. Ти ще торговати там хотів? Місті з тобою, побачити хоча б. Ти ще торговати там хотів? До Ейфелеву башню побачити, бо там, де Наполеон похоронений, от-от двор, як ото називається, красивий такий, господі. Собор інвалідів? Так, да, собор Паризької Богоматері, так. Да, да. Спасибо, я тільки купила в сентябрі. Ну нічого, я вже скільки з сентября почала мазати підряд, кожен день протираю спиртом, от воно ж видно. Видно ж хорошо, що этот суставчик у мене увеличен. Тобто коленка увеличена, сустав, сустав больний. І в мене ногу повело. Я просто от покажу. Я нічого мені не допомагає. Самвелка возив мене в Київ в прошлом году. Подивилися, інститут ортопедії і травматології. Ну що, операція. Начали брати у мене кров по 4 рази на день, а в мене сахар. То 17, то 21, то 13, то 11. І вони сказали, їжджайте, Тетяна Васильовна, домой, лічите свій сахар і потім приїжджайте на операцію. Так, що таке? Так, за от этот крем, хто мені прислав, большое спасибо. Я, у мене в холодильнику тут, і це буду держати, я буду мазати. І спину теж, це не тільки на колено, можна і локті, от, от здесь от мазати. І от у мене косточка вже увеличена від холода. Все це мазати. Большое спасибо, хто мені вислав. Дай вам Бог здоров'я, всього хорошого. А це що таке? Це салфетка така красива, положиш собі. Це куди можна, синок, її? На стол. На стол. Там, де я сижу, так? Да? Телевизор смотрю на тот стол. И вазочку можно положить сюда с цветочками. Спасибо большое. Это кто-то сам вывязал. Боже мой, имени стика шлют. Господи, Самвелка. Это все ты. Ты так делаешь, что у меня люди глядят. Не забывают тоже. Ой, боже, это бусы, наверное, что ли? Да, 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 да. А, это подожди. Это на стульчики положишь себе дома, привяжешь, и будет тебе оно мягкое. Ага, сидеть на нем, да? Да, так, спасибо, два штуки прислали, да? А это такие бусы, да, Самвелка? Угу. Гля, они, наверное, резинка? Не. Какая резинка? Подожди, тут есть эта застежечка, вот она. Угу. Давай, да, одеть. Одеть, Самвелка. Я сюда ехала, ничего не одела, думаю, весна, я летом. Красивая, да, здоровая. Угу. Я крупно люблю. Спасибо большое. Сумочку, за сумочку спасибо большое. Хозяйственная сумочка. Хорошая. О, да. Вот так. Тоже можно и на плечах. Кожаная хорошая сумка. Кожаная, да? Угу. Да. Все надо туда, куда ховать. Ты знаешь. Самой куда ховать? Ну. Сейф. Ну, а куда? Иначе уйдет кто-нибудь, кому-нибудь за бесценок. Ты же сам знаешь, Самойка, что это не брехня. Не. У мене жилищні условия очень плохие. Очень. Так, а это что, сынок? Постой, постой. Это типа... Шо, да, шо? Це мішок чи шо? Так, подожди, шо ты думаешь? А то знаешь, наверное, вот так. Куда-то цеплять. Вот смотри, вешалочка. А шо ж сюда ложить? Можно, а? Не знаю. Я не знаю. Ну ладно, разберемся. Ой. Прелесть какая. А я только хотела покупать. Сказали, будет еще зима. Гля, какие хорошие, теплые, двойные. Спасибо огромное. Я только собиралась купить. Думаю, у меня есть. Я вам приехала, показать могу даже. А ну дай самолетику ту. У меня две пары таких. Тоже мне невестка с Башкирии одни подарила. Одна, одни я покупала. Да, я найду. Там где-то должны быть внизу светленькие такие перчаточки. С пальчиками, пять пальчиков. Есть? Нету платочек. А вот такие? А, да, вот такие. Это мне невестка подарила в Башкирии. Ну, смотрите, от них намного тоньше. Вот эти, они одинарные. И смотри сюда, сынок. Смотри, они все в середине беленькие. Спасибо большое. Огромное спасибо, кто сделал. Красивый. Расцветочка мне нравится. Спасибо. Это белый пуховый. Подожди, платок. Шо-шо? Кто пуховый платок? Ой, Самвелка. Ой. А как же его сохранить? Это ж хороший платок, сынок.
В России, вот если волосы. Нету платка, ты пишешь, не? Да. Если в России нету платка пухого, не считается женщина. Я сама родом, я честно говорю, я же родилась в России. Папка меня с России, мама с Украины. И вот папа, как подопьет чуть-чуть, хороший был, юморист такой, не падал духом, не, как я, вот все, смеялся, все. И как что, говорит, поедем, женька, в Россию, поедем на родину, на родину. И вот там была у него сестра, Таня зовут, нет, и в честь его, в честь той Тани, меня назвали. Что я хочу сказать? Для меня она тетя, папина сестра это родная. Это что, шизофрения? У кого? Нет. Нет. Шизофрения не, нет? Не, она должна быть жива. То тетя Нина, а то тетя Таня, старшая тетя Нина. Так у нее такой красивый был, огромный пуховый платок. И она всегда говорила, а у нее была в дочке девочка, дочка Рая, девочку уже не знаю как. Она говорит, вот это, каже, внучечка, як я помру, тобі, каже, останется мій платок. А вона каже, бабушка, а ти скоро помреш. Так і от це я. Ой, який красивий. Здесь узори. Узори такі. От, посмотри, як є Самвел. Як красиво зроблений. Я тільки не сильно соображаю в цьому. А от хто соображає, говорять, пуховий платок должно пролазити через кольцо. Ну, може, це і ложь. Обычно, говорит, с одного пуха не вяжут, а добавляют нитку какую-то по цвету. Нитку, понимаешь, и на ней вот этот пух и вяжется платок. Сейчас я примеряю. Это можно даже мне, у меня есть же куртка здесь, не обязательно шапку, можно куртку, вот этот пуху. Только я не знаю, Самуэлка, а ну спроси, ты же общаешься, как можно, чтобы его не ела моль? У меня когда-то косынка была, так она все так подробила молью. И я потом брала и на спину, когда натру спину лекарством, и чтобы она тепленькая была, ой, зама, это самое. Здесь такие бусы. Ой-ой-ой, а это тоже бусы. Ой, такой большой платок. Боже мой, это все надо... Сейф. Да, у меня там эдиковый костюм, потом халаты новые, что Ира покупала, чтобы мне высылали красивые, а обои ты привозил. Вот так, да? Можно тете носить. Ты, а ты куда ты видишь? Куда ты? Ты снимаешь? Да вот же камера, да. Да вот. Вот камера. Да. А я забыла, я все смотрю твой телефончик. Это жвачки, мам Луис много передали, я не жую их, продашь их. Ты там продаешь жвачки, жвачки продашь. Это тебе, да, прислали? Ну да, продашь их. Хорошо, хорошо, спасибо, сынок. Маме копеечка будет какая-то. Вот, маски. Вот еще. О, зайчик, а это что, Василий? Ой. Слышишь, Самвельчик, маски это мы маски. Давай сделаем. Сделаем. Ой, я дурочка, у меня дома еще есть, хотела взять и забыла. Ну вот же. Ну вот есть, я знаю, идти надо жмазать, чтобы они не пропали. Ой, бусы. Ой, бусы какие. Бусы, ой, спасибо. Ой, спасибо. Ой, красивое все. Мамочка, оно, наверное, застегивается. А ну, сынок. Какая красота. Всю жизнь мечтала зеленый цвет. Бирюзу люблю зеленый. Есть у меня и бирюза. Это чисто нема. А? Я тебе чисто не купляв. Купляли, все в мене є, синок. У мене все є. Ну, такого разнообразия, як сейчас, немає. У мене в эти, поприсилали мені эти самые, як вони називаються, косметички. І в мене там все розложено. І янтарь мені присилали, і Єльцина, що золото. А так все висилали, все. Янтарь тільки золото осталось. Ні, ну, дело не в этом, причому там синок осталось. Я хочу тобі сказати, що це синок вислали мені, от, я не знаю, що це, у нас там у центрі є, от, якщо поламаються буси, носять люди ремонтувати. І вона завжди тільки побачила, мої побачила сережки теж, браслет і буси. Каже, ой, Тетяна Васильівна, це у вас дорогий, каже, камінь. Ага, каже, ага, це, каже, набор рублей 600-800. Мені полпенсії, представ, я собі ж такої не дозволяю купить. Представляешь, сынок? И зеленая красивая, да? С браслетом. Да, и маски вот эти. Без сережек. И вот это маски-то прислали, да? Вот, хорошая. Спасибо большое. Если бы, сыночек, ты раньше прославился, раньше бы меня узнали. Представляешь? Да. Ну, конечно, сынок, я сильно, все хорошо, я только переживаю, чтоб у тебя голос восстановился. Да, успокойся. Я все время думаю, сынок, ложусь, начинаю считать, Господи, поможи, сынок, такой голос. Ты что, будешь в тих бусах? Таких красиков. Мы трансляцию сейчас сделаем, ты будешь в тих бусах? А что ты хочешь сделать? Трансляцию. Трансляцию? Я не знаю. А если буду сидеть, что там такого? Скажу, поодевало, прислали с собой. Вот это все, сынок, еще да, что-то, да? И шоколад. И горький шоколад, да? Да. О, на фруктозе.
Да, оно тоже нельзя на фруктозе. Я знаю, мне давно выслали, а ты все ко мне не едешь. Потом приезжаю, говорю, сынок, ты ж мне говорил, что мне на фруктозе. А ты смеешься, говоришь, мам, то тебе тоже на фруктозе много нельзя. Я говорю, сыночек, я знаю, что ты сладкоежка. Если ты покушал на здоровье, говорю, ничего, что фруктоза. Ну, у тебя сколько всего, я по чуть-чуть уже попробовала. Так я ж не все трогала, я хотела вот ту красивую, а она с коньяком. Так я не рада, думаю, пьяная еще буду. Вот так вот. Всероссийская, это российская, зайчик. Покупайте российское, российское. Золотая медаль, настоящий шоколад. 10 октября. Сынок, это все свежее. На фруктозе, горький шоколад. Сейчас город найду. Так, кондитерская Россия. Москва, сынок. Вот это что такое, сынок? Чи тут браслет был, чи нет? Что в нем было? Посмотри. Я открыла только вот такая бумажка. А, ничего нема, там жвачка была. Какая? Ну такая жвачка. Ну не выкидай, дай сюда красивая. Да на что она тебе? Чи ты себе? Да. Ну дай мне, это красивая. А что ты сделала, что это? Ничего, я пересчитала. Сколько там? Ой, 50. А зачем? Это мусор там было. Интересно. Я ж буду продавать их. Мне ж польза какая. Ну и мне ж нельзя, сынок, я ж не буду есть. По рублю пойдем. Да ты шо? А шо, много? Да дорого, наверное. Да пошли на все то. В одной мене так само. В мене, в Сашки, нема такого. Тем более, це Росія, да? Чи киргизи, чи хто їх зділи? Ми рибуємо з мами. Я цей кусочок, а ти той дай. Це треба прятати, да? Щоб він не з'їв. Нельзя. Томас. Нельзя, мы перекусуємо. На, маленький кусочек только. Ну дай, дай йому будь кошечки. Воно ж пахне. Чо ні, ну їм рибу нельзя. Нельзя, да? Ну мене світ. А чо нельзя? Рибу ж вони люблять. А люблять. Бички. Ти теж любиш сладке, його нельзя. Угу. Єсть, звісно. Хоч на ньому ще хорошого. Вона дома впусти холодильник. Воно тебе падає, зайчик, оте було висіло, лежало на тому. То магніти він скидує. Що не падає, то він скидує. Так? Да? Звісно. Оте здорове те лежало. І... На, Томас, от не лізь на голову. І ще риба будеш? Я тобі ще хвати, 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 синок. Ночі йдеш. Я і так воду хлюбаю. Хороше. О, оте. Лізе прям тарілку. Ну, не зя. На. Ти собі кота б не хотіла? Йому хочеться. Ні, я не буду заводити. Куди мені з таким придурком ще кота? Там? Люди питають, що тобі кімнатушку я не сніму в Мелітополі. Де її взяти? Ти кажу, я взагалі його прошу вам. Прошу. Якщо в кого є в Мелітополі, в районі от це бульвара 30 років Побєди, да. Булочний, Товари для дома. Товари для дома. Єлена, ринок. Звісно, сніму. Вже ж давно говорилось о тому, що треба квартира. Савайчик, давай не будеш курити, синок. От візьми це, нахер воно тобі надо. Ну, пожалуйста, синочек. Ну, раді мамка, щоб я не боліла. Щоб я ще трошки протягнула, подивилася. Це не зв'язано з твоїм здоров'ям. Ні, зайчик, ну все одно. Це ото раді мамки, це знаєш, як ото... Ну, раді мами, ти казав, мамка, буду слухати. Вспомни, як я готова була, двома ногами стояла там, що ти казав мені. Не буду те, ти кажеш. Оля, де вона ділась? А я кости. А, гля, випала. А, може, може пробочки. Може, глянь туди. Ага, да. Випала, да? Давай, я кажу. Це риба, мама, з Байкала. О, мой. Прислали теж? З Бурятії, да. Такої риби а, ніде нема, вона тільки буде там, бери, їж. Да? Так тоді цей кусочок оставлю, фата, синок. Це я кусочок сіла цього. Фата, то все зразу. Хватить, Томас, не налій. Як вона називається? Омуль. Омуль. Байкальський вялений. А ікру тобі не висилають? Висилали, було. Було таке, так? Да. Що ти смієш? Я тобі все... Подивай, які віщі тобі повисилали. Скільки зараз газова стоїть. Скільки ті каструляки стоїть. Ти думаєш, я не знаю. Каструляки. Ну а що? Томас, я же їх чистить. Ну як обично ти бички. Не хоче підчиняться, синок. Ножик от. Отак гризи її. Та я ж і так. Ні-ні-ні, вона почистить. Диви, жирна.
Жирна. Ця хороша риба. Ой, риба яка. Я думала, ти купив. Їх дві штуки було, да? Наверно. Одну я з'їв, да. Угу. У нас така не водиться. Каже, тобі що, я, що я не бачу, скільки ті кастрюляки стоять. Ой, страшне. Холодильник такий весь красивий, весь в этих, як він називається, господи, дивлюсь на їх. Каже, Томас, жрете, да? Самі. А сладкое ему можно? Нет, конечно. Тоже, да? А что ж ему тогда можешь? Мясо. Мясо? Овощи. Овощи тоже, да? Это, ну, у мамы вода со льдом. Тебе... Да, да, я так пила. Не успеваем замораживать. А вы мне не казали кефир. Який там кефир? Я тебе сейчас покажу, Томаса, еду. Котлеты. Я колись бачила у Києві. Телячий фарш, да? Делаешь котлеты, добавляешь овсянку, да? Зелень, да? Ну, овощи, да. Да, овощи. Ну, як рыбка тебе? Як король. Кушает. Хороший. У меня король. Вот это. Сейчас я тебе дам. Да не надо, ешь, я не буду. Так, ешь. Кусается, да. Мама. Дивиться, як. Поправ халатик. А когти, ай! Ой! Томас, ай, свиня така. Острі, да? Такі. Острі, да? Угу. Оце такий змійониш рижий. Бачиш, який? Алчний кот. Дурить хоче, ти бачиш? А бачила, як він бігає, да? Як сумасшедший. Да. На диван, з-під дивана, на стол. Конечно. Вон і так, як кролик був, теж. Гаселяв, він ганявся його. Гаселяв. І залізав туди, у його там була сховарка у кролика. Це й ганяв страшно. Дай йому руку. Угу. Іди ти в баню. Не хочу, не кусайся. Ось тобі дурко. Ось тобі дурко. Ой, ой, ой. Кошмар. Вот такая котяра. Угу. Так, чайник закипит, сейчас будет. Два часа ночи с мамой, сейчас будем чай пить. Ага. Ты так хрюкала вообще. Ага.